сделать такой цветок очень легко. Для этого мы берем квадратный кусочек бумажки, складываем его по диагонали, затем вот этот угол подгибаем к этому. Проглаживаем. Берем наш треугольничек, раскрываем его и разворачиваем. Развернули, прогладили. Со второй стороны точно так же. Теперь загибаем вот эти хвостики. С одной стороны и со второй. Теперь вот этот треугольник складываем пополам. Со второй стороны то же самое. Вот такая фигурка у нас получилась. Промазываем одну сторону клеем. И сворачиваем два треугольника. Закрепляем. Вот такой лепесток у нас получился. Для одного цветка мы скрепили 5 таких лепесточков. Нам понадобится, как обычно, пенопластовая заготовочка, которую мы задекорировали обычными полосками сиреневой бумаги. Так, выбираем расположение и закрепляем. Теперь берем голубой цветок и закрепляем. Если взять квадратный листик бумажки и сложить его гармошкой, а затем эту гармошку сложить пополам, получатся вот такие фигурные листочки. Мы будем использовать их нескольких размеров. Закрепляем более крупные листики с внешней стороны веночка.